Казанский университет уже несколько лет продолжает сотрудничество с Русфондом. В помощи нуждается 5-летний Тимур Гарифуллин, у которого врожденный порок развития лимфатической системы. Все подробности далее. Впервые о болезни Тимура его мама узнала на последней неделе беременности. Врачу на УЗИ показались одутловатые икры и стопы. После рождения Тимура перевели в детскую республиканскую клиническую больницу на диагностику. Но диагноз лимфедемы ему поставили не сразу. В прошлом году, это получается 6 лет, мы вот узнали о том, что в нашем городе есть лимфолог Айгиз Камильевич, попали к нему. Как раз нам экстренно нужна была помощь, лето было жаркое, ноги сильно отекли. И мы вот прошли первый курс терапии, массажа, бандажирования, заказали лечебный трикотаж, который он носит вот в течение года. Эти курсы нужны Тимуру пожизненно. Трикотажное белье шьется только по заказу, на каждую ногу по отдельности. Массажи и бандажирование не входят в программу бесплатного лечения, поэтому семье все приходится делать платно. Русфонд вместе с научно-клиническим центром запустил благотворительный проект в помощи детям, больным лимфедемой. Это довольно-таки серьезная проблема лечения лимфедемы. А когда это касается детей, это очень важный процесс. Мы все хотим, чтобы все наши дети были здоровыми. А когда они начинают болеть хроническими болезнями, это всегда очень большая такая ноша и психологическая, и материальная для родителей. Несмотря на болезнь, Тимур старается жить обычной жизнью 5-летнего мальчишки. Строит лего, мечтает работать в кафе и даже борется со своим папой. Я его постоянно побуждаю, ни одного. Он никогда меня не выгонит. По данным сайта Русфонда, Тимуру на лечение требуется 591 810 рублей. Сейчас семье Гарифуллиных очень важно собрать нужную сумму. Для этого нужно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Также любую другую сумму можно внести на официальном сайте Русфонда. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.